Привет всем любителям аниме! Сегодня я расскажу вам о лучших аниме-играх с открытым миром на ПК, предлагающих пользователю свободу передвижения. Как правило, большинство анимешек предлагает игроку вжиться в роль персонажей из какого-нибудь мультипликационного фильма. Однако встречаются экземпляры с уникальной историей, придуманной с нуля. Что касается жанров, то в этой подборке вы увидите как стандартные RPG, так и ролевые экшены. Ставим лайк, подписываемся и погнали! Sword Art Online Fatal Bullet – увлекательный и один из самых ожидаемых игровых проектов, относящихся к жанру RPG по совместительству с фантастическим экшеном. Здесь тебе предстоит отправиться в огромный трехмерный мир, который был основан в стиле аниме. Отличительной особенностью данной игры является именно ее история с неожиданными поворотами событий и различными интересными ответвлениями в линии сюжета. Ты попадаешь в невероятные приключения вместе с группой игроков, о личностях которых ты узнаешь по ходу действия. Все дело в том, что наши главные герои все свое свободное время проводят в виртуальной игре, которая очень похожа на реальную жизнь. На протяжении долгого периода времени наши игроки добивались невероятных достижений и успехов в игре, и теперь вновь решают окунуться в эту потрясающую атмосферу, не зная, что подготовила на этот раз для них виртуальная реальность. Каждый персонаж, которого тебе доведется встретить, обладает уникальными чертами характера и харизматичностью. Кроме того, у тебя появится возможность вступить в сопротивление с игроками по всему миру, либо же завязать с ними дружеские отношения. Edge of Eternity – типичный представитель жанра классической RPG, где присутствует увлекательная линия сюжета, обладающая неожиданными поворотами событий, а также красочный мир, в котором тебе предстоит пройти ряд испытаний. Фанатам данного жанра ожидалось воплотить свою мечту в реальность, и теперь они готовы поделиться ею с вами. История поведает тебе о том, что на протяжении долгих лет три города жили в любви и мире, а энергия им доставалась с помощью особенных кристаллов. В один миг на мирную среду нападают сторонники зла, которые решили взять в свою власть источники энергии. Один из трех городов вынужден был самоуничтожиться, при этом показав мощь и силу злополучных захватчиков другим городам. Два города, которые еще держатся на плаву и в них все еще существует жизнь, приняли решение сражаться с соперником до последней капли энергии с целью вернуть украденное и восстановить третий город. Ты сыграешь роль одного из добровольцев, над которым будут проводиться эксперименты с помощью оставшихся кристаллов, которые подарят тебе большую силу и могущество. Эту силу нужно правильно использовать, дабы истребить как можно большее количество врагов. Tales of Zestiria – атмосферный игровой проект, разработанный в стиле аниме, который относится к жанру RPG. Здесь тебе предстоит отправиться в необычный и уникальный в своем роде исполненный мир, где присутствует масса сказочных персонажей, каждый из которых сможет так или иначе повлиять на твое прохождение. Ты попадаешь в атмосферу войны, где ты должен стать героем. Главной твоей задачей является то, что ты должен принести мир людям и сделать все возможное, чтобы остановить военные действия как можно быстрее. Ты сыграешь роль отважного героя, который отправится на борьбу с несокрушимой силой. Все дело в том, что твой основной враг скрылся во тьме, а тебе, в свою очередь, необходимо до него добраться. Добраться до соперника будет не так-то и просто. Тебе нужно одолеть ряд препятствий и стереть с лица планеты огромную кучу врагов, способных на многое ради того, чтобы лишить тебя жизни. Ты сможешь сыграть в окружении верных друзей, которые пойдут за тобой и в огонь, и в воду. Tales of Berseria – хорошо проработанный игровой проект в жанре RPG, который полностью основан в японском стиле. Здесь тебе предстоит попасть в яркий и красочный мир, где ты узнаешь о скромной и хрупкой девушке. Но прошло много времени, и нашу главную героиню судьба знатно потрепала, отчего ее сердце переполнилось ненавистью. Ты узнаешь историю о том, что три года до событий в игре произошла жуткая трагедия, вследствие которой судьба нашей героини здорово изменилась. Теперь она вынуждена отправиться в далекое и очень опасное путешествие на пиратском корабле, где будет сражаться за справедливость, при этом сокрушая на своем пути толпы соперников вражеской силы. Ты будешь исследовать огромное количество самых разных островов, которые находятся на территории королевства под названием Мидгранд. Игра предоставляет тебе возможность использования как физических атак, так и знания в магии, что позволит тебе быстрее расправиться с соперниками. One Piece World Seeker – приключенческая игра, основа игрового процесса, которая заложена на тематике пиратов. Здесь ты, как отважный представитель покорителя морей, можешь взять свою смелость в кулак и вместе со своей командой отправиться в увлекательное и опасное путешествие. Мир, в который ты попадаешь, хранит в себе тысячи скрытых секретов, а также самый масштабный клад, на который вот уже долгое время ведется охота. Твоя задача – первым делом отыскать сокровища, а затем заслужить титул лучшего пирата всех морей. Ты возьмешься за управление капитаном по имени Луффи, у которого имеется
имеется одна уникальная способность – растягиваться до невиданных размеров. Для того, чтобы его способность подействовала, нашему герою необходимо съесть особый вид фрукта – дьявольский гому-гому. В данной игре имеется все для увлекательного времяпрепровождения – и красочная графика со всевозможными эффектами, и динамический игровой процесс, а также масса тайн, которые тебе необходимо раскрыть. Более того, ты попадаешь на просторы огромного, открытого для исследования мира, в котором у тебя будет полная свобода действий. Ты можешь делать упор на сюжетные миссии, а также зарабатывать дополнительные бонусы, проходя дополнительные задания. Nippokuni Tu Revenant Kingdom – феерическое продолжение популярной игры, которая была основана в стиле интерактивной сказки, а от твоих действий напрямую зависит исход событий. На этот раз ты отправляешься в захватывающее и полное тайн секретов приключения, при этом исполняя роль принца. Главной задачей, которую ставит перед тобой этот мир – спасение родного королевства любыми доступными способами, чтобы не допустить захвата власти со стороны вражеской силы. В достижении поставленной цели тебе будут помогать друзья и товарищи, а также многие персонажи, которых ты повстречаешь на своем пути. Но будь очень внимателен, ведь мир полон коварства, и многие странники повлияют на тебя совершенно не с лучшей стороны. Ты возьмешь главенство отважной армии, которая опирается на сражение с преступным миром, дабы спасти родной дом от разрухи. Приключение, по которому ты пройдешься, способно подарить тебе массу позитивных эмоций от прохождения, а также насладиться яркими красками прекрасного мира. Кроме сражения с жуткими созданиями и общения с путниками, тебе потребуется позаботиться и о развитии своего королевства, дабы после войны оно процветало и улучшалось. Final Fantasy 15 – ролевая игра, действия которой будут происходить с видом от третьего лица, а тебе предстоит сыграть роль главного героя. Здесь ты узнаешь интересную историю принца, который будет одолевать многочисленные испытания вместе со своими друзьями в команде. Вам предстоит отправиться в огромный открытый для исследования мир, который подарит вам незабываемые эмоции и массу интересных заданий. На пути ты встретишь огромное количество безжалостных и самых жестоких монстров, одолеть которых очень сложно, если не применять оружие и смекалку. Тебе предстоит выполнять разнообразные задания, чтобы улучшить свои навыки и приблизиться к линии финала как можно быстрее. Основная задача в данной игре – возвращение принца на законно положенный ему трон. Игра может привлечь любого своим невероятным миром и красочными локациями, доступными для изучения. Более того, здесь имеется высококачественная графическая составляющая, а также отличная линия сюжета с неожиданными поворотными событиями. IS-8 Lacrimosa of Dana – ролевая игра в экшн-стиле, где ты отправляешься в увлекательное приключение по необычным уголкам огромного мира. Ты сыграешь роль главного героя, который застревает на довольно странном острове вследствие жуткого кораблекрушения. Остров полностью изолирован от реального мира, таит в себе массу секретов, а также подготовил для тебя немалое количество опасностей и испытаний, одолеть которые не так-то просто. Более того, на территории этого острова проживает небольшая деревня диких людей, которые будут всячески пытаться превратить тебя и других выживших в свою еду. Проходя испытания, ты также сможешь повстречать диких зверей, которые очень опасны и могут принести вред твоему здоровью. Таинственные руины хранят в себе темные тайны и загадки, которые тебе и потребуется разгадать, чтобы узнать, как выбраться из этого места. В твоих местах всегда будет существовать синеволосая девица, которая покорила твое сердце, и теперь тебе необходимо ее отыскать. Графика в игре хорошо проработана и способна полностью погрузить тебя в такую магическую атмосферу. Также можно отметить динамику геймплея и приятное музыкальное сопровождение на протяжении всего прохождения. Yakuza Kiwami 2 – ролевое приключение в стиле боевика, где тебе предстоит стать частью могущественного клана Якудза. Предыдущая часть поведала тебе необычную историю с неожиданными поворотами событий, которая взяла свое продолжение уже во второй части серии. Ты окунешься в жесточайшую войну между кланами, одну сторону из которых примешь. Тебе необходимо предпринять любые действия, чтобы привести свой клан к заслуженной победе. Справиться с подобной задачей будет не так-то уж просто. Сюжетная линия расскажет о нашем главном герое, который вот уже на протяжении длительного времени находится далеко от мира криминала. Раньше он жил неблагополучной жизнью и ни в коем случае не хотел к ней возвращаться. Одного из глав клана убивают, и теперь может развязаться жесточайшая война, которая приведет к необратимым печальным последствиям. Такие обстоятельства вынудили тебя вернуться к прежней жизни и встать на путь отмщения, идя по головам своих соперников. Игровой процесс практически не изменился и готов порадовать тебя несколькими нововведениями. Он и как прежде остался максимально динамичным и увлекательным, а миссии точно не заставят тебя скучать.
Astellia – новый игровой проект, который пополнил мир жанра MMORPG. Здесь успешно сочетаются присущие жанру механики и совершенно уникальный игровой процесс с интересной системой коллекционирования и неожиданными поворотными событиями. Ты возьмешься за исполнение роли отважного героя, у которого есть мощная армия боевых созданий, вместе с которыми он отправится на путь сопротивления с самыми разными врагами. Тебе потребуется постепенно создать свою уникальную коллекцию боевых питомцев, которая станет непреодолимой на поле боя при столкновении даже с самыми коварными оппонентами. Ты познакомишься с более чем 30 уникальных существ, каждый из которых имеет отличительные характеристики и боевые навыки, позволяющие свергнуть даже самого могущественного противника. Открывай все новые и новые виды, которые позволят тебе в дальнейшем справиться с более опасными преградами. Сюжетная линия проработана на отлично. А также стоит отметить и систему прокачки, которая дает главному герою возможность самостоятельно контролировать силы своих подопечных. На этом топ аниме игр с открытым миром подошел к концу. Если не сложно, а я думаю, что вам не сложно, напишите в комментариях свои любимые аниме игры и не забывайте смотреть другие мои похожие видео. Заодно можно прожать на лайк и на подписку. Спасибо за просмотр и всего хорошего.